Дороги, автомагистрали, транспортные артерии большого города. Их ремонт и строительство – дело первостепенной важности. Но не менее значимо и достойное содержание улично-дорожной сети. По условиям контракта муниципальное предприятие, занятое этой работой, обязано несколько раз в продолжении теплого сезона выполнять мойку дорог и тротуаров. До сих пор такая уборка в Самаре выполнялась с помощью полива моечных машин обыкновенной водой. Хотя на сегодняшний день существуют и другие, более эффективные методы наведения чистоты. В других регионах производится дополнительная еще мойка проезжих частей тротуаров с использованием дорожного шампуня. Данный вид работы происходит весной, когда город после зимы готовится, так скажем, к летнему периоду. То есть 2-3 раза происходит мойка. Для какой цели? Для того, чтобы смыть антигололедные реагенты, которые за зиму применялись, масляные пятна, которые за зиму скопились, и, соответственно, город в лето, чтобы вошел с чистыми дорогами, чистыми тротуарами. На прошлой неделе департаментом благоустройства была организована как раз такая пробная уборка улицы с использованием моющего средства. По мнению городских властей, Самаре пора стремиться к более высоким стандартам содержания городских территорий. Сегодня мы проводим экспериментальную мойку улично-дорожной сети в рамках поручения главы администрации городского округа Фурсова Олега Борисовича. Задача была поставлена, соответственно, перейти на данный вид работ, то есть мойку проезжих частей с использованием дорожного шампуня. Важный нюанс. Моющее средство для тротуаров разработано и выпускается нашим самарским производителем. Он и предоставил службам благоустройства образцы продукции для тестирования в полевых условиях. Технология уборки такова. Мыльная пена, нанесенная под давлением на дорожное полотно, действует примерно полчаса, растворяя все имеющиеся загрязнения, а затем смывается чистой водой. Результат тестовой помывки самарской оказался впечатляющим. Побелевшая разметка, сверкающий свежий асфальт. Кстати, наиболее качественного результата такой уборки можно добиться в сырую погоду. Так что мойка улиц под дождем – дело вполне оправданное. Когда идет дождь, проезжая часть уже смочена, та грязь, которая есть, она размягчена, и под давлением воды ее легче смыть, и качество, соответственно, лучше получается. Потому что многие задают вопросы, зачем идет дождь, а вы дополнительно еще льете воду на проезжей части. То есть это даже рекомендуется. Словом, эксперимент был признан удачным, и по всей вероятности, мойка улиц с шампунем уже скоро перестанет быть для самарцев иностранной экзотикой. Чистым улицам – новый экологически чистый общественный транспорт. В марте этого года Самара уже получила 82 новых современных автобуса на газомоторном топливе. Когда эти машины пополнили парк предприятия «Пассажиравтотранс», ремонтные службы автопарка вздохнули с облегчением. Машины находятся на гарантии, они новые. Ну, соответственно, меньше поломок, меньше работы мастерских. Автобусы оборудованы системой для инвалидов, тех, кто малоподвижен, чтобы заезжала коляска. Конечно же, если пользуются и необходимы людям, то это здесь присутствует. Кнопки вызова водителя для остановки тоже присутствуют. Водитель Александр Цаплин работает за рулем автобуса уже 35 лет. Начинал на икарусах, доводилось ездить и на старых машинах. Работой на новеньком ЛиАЗе вполне доволен. Надежная рабочая лошадка. Не капризничает, не подводит. В плане комфорта для водителя, что хорошо, это в зимний период, это отдельная кабина. Хорошие печки стоят, тепло будет водителю. Потом в плане пассажиров три двери работают все. На скане я работал, там только или одна, или две, больше там нет столько. Вот. Ну и тут быстрее пассажиропоток, быстро заходит, быстро выходит. Низкий пол, очень приятно, бабкам хорошо, дедам. С колясками хорошо очень, потому что вот зашел, ступенек нет, ничего, в средней двери, все. Постоянные пассажиры 34-го маршрута, на котором работает Александр, новыми машинами тоже довольны. График движения четкий, в салоне комфортно. Хороший автобус, да, красивый, удобный, большой. Часто езжают, на работу не опаздываем никогда. Рано начинают ехать всегда, в общем, так. Если бы появилось больше таких автобусов... Конечно, конечно. Старые автобусы, все их менять надо на новые. В этом направлении и идем. Сейчас город ожидает закупки еще 43 автобусов, которые будут приобретены по государственной программе софинансирования обновления парка общественного транспорта. Отправлены заявки на приобретение 20 новых троллейбусов и 20 трамвайных вагонов.